Братцы, привет! Итак, Санта-Фе сегодня у нас на быстром обзоре. Это 19-й год пробега, 43 тысячи километров, 2-литровый мотор бензиновый на турбине. Цена 2,590 до Владивостока. Под полную пошлину со всеми расходами, как обычно, с нашей комиссией и всеми вытекающими. 2,590. Смотрим. Я знаю, что многим нравится, когда машина доработана. И вот в таком плане какие-то реснички наклеены. И здесь у нас окантовка карбон, как будто бы решетка стоит, уже не родная, но выглядит неплохо. Губа снизу. Здесь на дверях тоже молдинг по салону. Но заморочился прям парень. Все, что можно было, приклеил. Здесь тоже накладка карбон. Здесь карбон. Накидка вот эта бабушкина. Под ней еще силикончик. В общем, все в лучших традициях, чтобы это все было закрыто и солнцем не выгорало. Карбон, наклейка. Здесь резиновый корик, но это по дефолту. Здесь тоже такой, как называется, короче, валенок наклеили сюда, чтобы тоже не царапать бардачок снизу. Переходим на задний ряд. Та же самая наклеечка, не царапается дверь, хорошо. Накладка здесь, шторочка есть. Крыша Алькантара. Вообще комплектация Prestige. Неплохая комплектация даже на 2-литровом бензине. При этом, при всем, это еще и 7 мест. Приборка электронная в середине, там камера. Передняя также у нас есть. Круговой обзор, насколько я понял, не срабатывает. В общем, круговой обзор точно есть. Есть парктроники, автохолд, ручник электронный и режим езды. Драйв, экономия, спорт. При этом меняется приборка при нажатии. Да-да. Оп, спорт. 2 литра трубок, конечно, едет. Руль. Состояние превосходное, видно следы, что здесь когда-то, ну, видимо, недавно стояла оплетка перед продажей, ее сняли, чтобы показать, что руль прям в идеале. И на ощупь он даже такой еще шершавый, текстура сохранилась. Единственное, чего не хватает, это санруф, люка не хватает, но в Корее это опция, которую можно докупать, можно не докупать, даже если максимальная комплектация, люка может не быть, потому что клиент просто не докупил в салоне его. Слепые зоны, контроль полосы, крышка багажника с приводом, память сидений. Это блокировка детишек. Сзади, задние двери блокируются. Это очень-очень удобная, комфортная функция. Она блокирует не только двери, но еще и стеклоподъемники. Круиз-контроль, естественно. Ну, конечно, комплектация прям норм. Подогревы, обдувы, руль греется. Вообще хорошо. Здесь тоже, кстати, накладка карбон приклеена. Так, ну и крышка багажника, поехали, открылась. Здесь у нас продавец отдает решетку стандартную, она поменена на тюнинговую. Все заклеено вот этим дермантином, царапин, естественно, под ним. Я думаю, что нет, это прям с завода, как купили, сразу поставили, потому что уже такой подуставший он. Ковер резиновый. Здесь управление климатом для третьего ряда пассажиров. Ну, естественно, вот эти спинки у нас управляются приводом. Ну что, 7 мест, 2,590, кроссовер, бензин 2 литра, 19-й год, 40 пробега. По-моему, цена прям отличная. Левый руль, о, самое главное.